Добрый день, меня зовут Александр, я специалист центра утепления по технической изоляции. И сегодня я хочу рассказать именно о ней. На сегодняшний день, когда коммунальные тарифы выросли в 3 раза, стала актуальной тема как никогда утепление трубопроводов и теплотрасс. Над этой проблемой в последнее время никто особо не задумывался. Ведь теплотрассы, которые проложены от котелен к нашим с вами домам, практически не изолированы. Я считаю, что это проблема коммунальных хозяйств. Это можно наглядно увидеть в подвале любого многоэтажного жилого дома, а также около этих домов. В отопительный сезон, когда котельны работают на обогрев жилищного фонда, всевозможных предприятий и зданий социального назначения, по этим теплотрассам подается тепло и горячая вода. Но так как они не утеплены должным образом, в процессе подачи теряется около 30% тепла, которое не доходит до наших с вами домов, но за которое мы с вами платим. На сегодняшний день существует много утеплителей. Одним из таких утеплителей являются цилиндры с базальтовой ваты, кашированные алюминиевой фольгой, которые способны устранить данную утечку тепла. Эти цилиндры есть разных диаметров и толщин. Для их монтажа используется алюминиевый скотч, а монтировать их очень просто, так как они состоят из 2 половинок. Также такая изоляция обеспечивает не только тепловую, но и акустическую и противопожарную изоляцию технологического оборудования, трубопроводов и вентиляционных каналов. Применением данного утеплителя экономится денежные средства на отопление, создается комфортный микроклимат в домах и увеличивается срок службы теплопровода. Поэтому эксперты центра утепления рекомендуют утеплять теплотрассы и трубопроводы для сохранения тепла в ваших домах. С вами был Александр Казаченко. До свидания.